Для комфорта пациентов в Центральной клинической медико-санитарной части начался ремонт крыши в первом и втором хирургических корпусах. Контроль над выполнением работ, а также все расходы взял на себя Магнитогорский металлургический комбинат. Как продвигается строительство и когда оно будет закончено, выясняла наша съемочная группа. Два хирургических корпуса были построены еще в 60-х годах прошлого века. За это время капитального ремонта кровли не было ни разу. Только латали по необходимости дыры. Однако со временем крыша стала приходить в негодность, подтекать и плохо держать тепло. Поэтому за помощью руководство медсанчасти обратилось к руководству комбината. В управлении капитального строительства подготовили документацию, выполнили экспертизы, проект, провели торги, определили подрядчика. За зиму мы сделали проектную документацию, и сейчас вот в лето, в теплое время года, мы заходим на кровлю, спокойно успеваем до зимы. Вот. И здесь решение было очень своевременное и правильное. Сейчас строители демонтируют старые листы и снимают слой граншлака. Он служил для сохранения тепла. На этот раз будут использоваться совсем другие материалы. Строители постелят изоляционную пленку, затем сверхлегкий утеплитель, сетку, огнеупорную стяжку, восстановят стропила. Помимо самой кровли, также заменят ливневки и установят снегозадержатели. Будем идти, есть такой термин, строительной захватками, чтобы при выпадении осадков не промочить здание. Значит, технологией мы такой пользуемся на комбинате. Все будет сделано качественно и в установленные сроки. Общая площадь работ 4000 квадратных метров. Стоимость ремонта 13 миллионов рублей. Его полностью оплатил Магнитогорский металлургический комбинат. Ребята очень хорошо работают. И, по сути дела, наш партнер по ОМК в лице управления капстроительства комбината очень активно участвует и оказывает огромную помощь. В плане надзора, в плане контроля помогают нам вести эти работы, потому что это для нас не профильно. А для комбината, ну, сам Бог велел, как говорится. Здесь, во-первых, будет работать наш строительный контроль моего управления капитального строительства. Значит, сама эксплуатация, я смотрю, как они рвутся в бой. Они будут отслеживать каждый килограмм, каждый шуруп, значит, потому что это есть отчетная документация. И двойной контроль обеспечен, качество будет хорошее. Окончание ремонта намечено на середину сентября. Павел Берсенев, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.